с 7 по 9 февраля. Екатеринбургская епархия, Екатеринбургская духовная семинария и Миссионерский институт проводят 8-ю Всероссийскую научно-богословскую конференцию «Церковь, богословие, история», посвященную 135-летию Екатеринбургской епархии. Основные направления работы конференции: подвиг святых царственных страстотерпцев и их верных спутников, святой император Николай II и его эпоха, подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и религиозная политика советской власти, православное богословие и церковная письменность в истории и культуре, православие в судьбах России и Урала. Регламент работы конференции. 7 февраля. Работа по секциям. 8 февраля. Пленарное заседание. 9 февраля. Торжественное богослужение. К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и богословских дисциплин. Ознакомиться с информационным письмом и зарегистрироваться можно на сайте Екатеринбургской духовной семинарии.